Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин. Сегодня тема лесовилка, следующая: зубы, резцы. Пожалуйста, анатомия вам в помощь. Зайдите на анатомические сайты, стоматология сайты, и посмотрите, какие зубы у нас относятся к резцам. И если человек жалуется, что зубы, резцы всегда шатаются, вот, всегда, скажем так, болезненны, то через данную точку VG16 FENFU мы можем что? Укрепить зубы, резцы. Это то же самое относится и к частым заболеваниям зубов, резцов. От вас только, уважаемые зрители, необходимо, конечно же, познакомиться, какие у нас зубы относятся к резцам. Ну и, конечно же, если, не дай бог, есть такое заболевание, то, пожалуйста, данная точка вам в помощь. Также следует помнить, уважаемые зрители, что одной точкой мы не поможем, а вот если мы выявим состояние и картину тех меридианов, которые проходят по лицевой области, давайте я вам помогу, меридиан печени, меридиан желудка, меридиан желчного пузыря, меридиан сердца, тонкого кишечника и толстого кишечника. Вот этих 6 меридианов проходят по лицевой части. В каком они состоянии? Многие не знают. Если вы не знаете, да, вы поможете этой точкой, но кратковременная будет помощь, а уже более глубокая помощь в лечении зубов, резцов и не только, конечно же, диагностика 12 меридианов, их состояние и что балансировка этих меридианов в норму. Спасибо за внимание.